В этом видео мы поговорим про статусы уроков, с которыми вы можете сталкиваться. Итак, для начала мы находимся в главном меню, в меню «Мои курсы», переходим к обучению и смотрим на те статусы, с которыми потенциально можете столкнуться. Первый статус для первого урока – статус «Пройден», выделяется зеленым цветом. Он говорит о том, что я правильно выполнил обучение и могу двигаться дальше. Следующий статус – статус второго урока. Урок на доработке. Он означает, что я выполнил обучение, это обучение проверил куратор курса и не принял его. То есть я допустил какую-либо ошибку, либо не полностью выполнил задание этого обучения. И тут напомню, для того, чтобы мне просмотреть, что же необходимо сделать снова, я перехожу в обучение, то есть перехожу именно в этот урок, смотрю на оценку, которая составляет 6 баллов, и смотрю комментарий от куратора. Распишите информацию о ваших конкурентах подробнее. Все, прекрасно, теперь мне понятно, что мне необходимо сделать. Поэтому я просто начинаю проходить обучение заново. Дохожу до момента с заданием. После этого я вношу дополнительные правки в тех или иных заданиях. Перехожу далее. Двигаюсь снова по всем урокам. И вижу новый статус «На проверке». Он означает, что я выполнил обучение, и сейчас мячик на стороне моего куратора, он занимается проверкой этого урока. Итак, я сейчас обновлю страницу, потому что куратор, может быть, проверил уже мое обучение, и мы увидим еще один статус. Отлично, теперь я выполнил задание на 10 баллов, я сделал все правильно, и вижу новый статус «Статус в процессе». Это статус, который показывает, что мне доступен новый урок, который я могу начинать проходить. Также статус в процессе говорит о том, что я, может быть, начал выполнение этого урока, но не закончил, не передал это обучение для проверки куратору.